Всем привет! Сегодня у нас распаковка альбома от Stray Kids No Easy. Это второй студийный альбом от Stray Kids. Он был выпущен 23 августа 2021 года. Как всегда, мне нравится, как Stray Kids играют с названием. Здесь у нас это сочетание двух слов. Noisy – шумный, и No Easy – нелегко. Давайте смотреть, что в составе. У нас здесь много всего интересного. Посмотрим постер. Сзади на постере, опять же, название No Easy Noisy. Мне достался плакат с Чунином и Минхо. Минхо тут в шикарном образе от Селин с кожаным беретом. Дальше у нас идет Lyric Book. Песен в этом альбоме много, в каждой песне тут есть текст. У всех здесь очень яркие образы. Минхо тут напоминает мне какого-то графа. А Хёнджин похож на принца на охоте. Феликс у меня почему-то тут ассоциируется с птицей Феникс. Не знаю, вот эта вот укладка и прическа вызывает у меня именно такую ассоциацию. А Сынмин как будто юный генерал. Давайте смотреть фотобук. Этот фотобук я тоже очень люблю. У всех ребят здесь очень красивые, дорогие образы. Прям тяжелый люкс. Фотобук начинается с Банчана. Минхо. Как раз здесь фотосессия в Селин и этот беретике. Чанбин. Хёнджин здесь в Шанель, сережки Шанель, подтяжки Шанель. Такой чисто Шанель-бой. Хан. Феликс тут в шикарном образе с длинными волосами. Сынмин в Праде. Хан и Сынмин. Банчан и Чанбин. И Хёнджин с Феликсом. Чунин с Минхо. Общее фото. Обожаю эти их красные наряды из Thunderous. Здесь у Банчана прекрасные голубые линзы. Минхо со светлыми волосами. Чанбин. Хёнджин. Тут он тоже у нас в Селин. Хан. Тоже со светлыми волосами. Феликс. Сынмин. Чунин. Тут уже фото с другой фотосессии. Мне нравится, у них здесь более расслабленные образы.
конце идет список треков, благодарности, авторы. Давайте я зачитаю вам кусочек благодарности от Хёнджина, переводила через переводчик, поэтому правильность корейского не гарантирую. Хёнджин пишет: «Привет, это Хёнджин из Stray Kids. Он очень надеется, что многие ждут альбом и полюбят его. Передает благодарности всем, кто усердно трудился над созданием. Благодарит папу, маму, Ханну. Пишет, что старается быть послушным сыном. Передает благодарности продюсерам. И, конечно же, в конце благодарит Stay. Теперь давайте посмотрим, что идет к альбому. Здесь у нас стикеры, карточки. Двусторонняя карточка мне выпала с Минхо. Здесь Чанбин. И последняя карточка с Хёнджином. Вот так выглядит сам диск. На нем изображение грома в честь песни Thunderous, громовой. Громовой, оглушительный, грозовой. Вот такой замечательный альбом. Спасибо, что смотрели обзор вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. До новых встреч!